А в Эфузе сегодня мы с вами поговорим, почему не стоит доверять ютуберам, которые снимают пикап. И к чему может привести взлом, который вы скачали с какого-нибудь сайта под названием Android Yet и так далее. Мы не будем брать взломы, которые вы делали через Lucky Patcher, либо же через другие приложения. Берем именно взломы, которые скачиваем с сайтов. И ты, наверное, спросишь, почему нельзя скачивать с интернета взломы? Во-первых, потому что там могут быть трояны, либо же с твоей карточки украдут деньги. Многие жаловались в комментариях по всех видео, где написано взлом на пикап, то, что в ПК-файле есть троян. Да, ребят, он там 100% есть, вы просто его не видите. Во-первых, потому что трояны сложно удалить. Я, допустим, удалял трояны за счет root-прав. Вторая проблема – это кража ваших денег. Да, такое тоже возможно, я с таким встречался и украли около 2000 рублей, когда скачал троян. Спасибо большое вам, ютуберы, люблю. И вся эта каша заполняется ютуберами, которые это все рекламируют и не осознают то, что они могут сделать для своих якобы подписчиков. Одни ютуберы говорят то, что если что-то случится с твоим телефоном, то всю ответственность я беру на себя. Вот только что ты сделаешь, если ты школьник, у которого нет никакого заработка для другого школьника? А остальная часть ютуберов просто делают данные видосы ради того, чтобы выстрелить. Но они не особо понимают того, то, что их уважение просто упало среди адекватного комьюнити, которое осознает, если делали игру год, нужно просто посмотреть хоть немного рекламу, дабы с этого разработчик имел какую-либо прибыль, дабы была мотивация делать дальше игру. Если он не будет получать деньги, то смысл тогда делать что-то, скажите. И даже есть видос, который набрал 16 тысяч просмотров. Ну да, чел, красава, ты просто раскидываешь троян. Ну, сам осознай, как люди зарабатывают на взломке. Правильно, они просто или крадут деньги, либо кидают тебе рекламу. Да, вот так. Даже я тебе писал о том, чтобы ты хоть как-то удалил видос и не портил свою статистику. Потому что адекватная аудитория тебя никогда не будет смотреть. Вот, к примеру, я не снимаю только потому, что понимаю, что разработчику нужно зарабатывать на этом. При этом это все работает на мотивации. Если ты получаешь деньги, значит идет мотивация, как и с Ютубом. Ну, как я понимаю, ты забил на свою аудиторию и тебе не особо хочется ее слышать, то удачи тебе, что я тебе могу сказать. И вы подумайте хорошенько, есть ли смысл вообще скачивать взлом, если весь прогресс, он улетит? Почему нельзя просто взять и играть, накачивать левел, а в дальнейшем покупать тюнячки, потому что они будут точно дополняться. А на этом все. Всем хороших летних каникул, не болейте.